Андрій Юрійович Курков – український російськомовний письменник російського походження, журналіст, кіносценарист. Народився 23 квітня 1961 року в селі Будогощ Ленінградської області. З дитинства живе у Києві. Закінчив інститут іноземних мов. В армії був на альтернативній службі, охороняв виправну колонію. Одружений з британкою Елізабет Шарп, виховує 3 дітей. Має відзнаку «Золотий письменник України», захищає права російської мови в Україні та українській літературі. Вітаю шановних глядачів 9 каналу. В ефірі знову проект «Пані та панове». Мене звати Ольга Володимирова. Сьогодні у нас шановний пан, якого звати Андрій Курков. Якщо я не помиляюся, його називають українським російськомовним письменником російського походження. Нонсенс це чи реальність? Зараз у нього і спитаємо. Доброго дня, пане Андрію. Добрий день. Я знаю, що ви володієте багатьма мовами. Я володію багатьма, але рідна у мене залишається російська. І, в принципі, це мене не турбує і ніколи не робило проблеми. Я залишаюся українським письменником, який пише російською мовою, хоча казки пишу і українською теж. Хорошо, тоді переходимо на ваш рідний язик, будемо вежливі з гостем. Я знаю, що на самом деле ви отлично володієте українським язиком. Це просто вот дань уважения действительно вашему родному языку. Очень многие говорят сейчас, что украинский русскоязычный писатель – это бред, это нонсенс, это вредно, это плохо, и так не бывает. Но мы знаем, что был Гоголь, до сих пор споры идут. Был Тарас Шевченко, был Булгаков, и была еще масса людей. И есть довольно много неизвестных, хороших русскоязычных писателей, и есть писатели-беженцы из Донецка, которые переехали в Киев, в Винницу. Среди них лауреат многих российских премий Владимир Рафеенко, например. Среди них Олена Стяжкина, профессор Донецкого университета и эссеист потрясающий, блогер и эссеист Олена Степовая. То есть как бы русскоязычная культура в Украине всегда была, и она не обязательно должна ассоциироваться с российской политикой или вообще с российским государством. На самом деле сложно сейчас, стало сложнее быть русскоязычным писателем? Или ничего не изменилось? Вы знаете, всегда были те, кто спрашивал, почему вы не пишете украинскую. И они будут всегда. Но дело в том, что эти вопросы никогда не зададут крымским татарам, которые пишут на татарском языке. То есть есть традиция толерантности, когда у нацменьшинств, представителей нацменьшинств в Украине не спрашивали, почему они пишут или говорят по-венгерски, по-гагаузски, по-молдавски и так далее. Но, к сожалению, русский язык для многих стал не языком, а таким ярлыком или символом приналежності іншій політичній культури, а не мови. Щось ганебне в цьому з'явилося раптом. Но, в принципі, язик не виноват. Язик должен бути і оставаться інструментом культури. І, скажем, я пользуюсь родним языком как инструментом культуры. Вы можете писать по-украински? Я пишу детские сказки, пишу статьи, эссеи, но рідною мовою, на жаль, українського у мене не було. Я народився в Ленинграді. Я вивчив українську, коли в Києві всі говорили російською, тому що я здивувався, в мене в школі був тільки один хлопець з україномовної родини на окраїні Києва, на вулиці Туполева, біля авіазаводу Антонова. І я почув цю українську мову в Києві, в Україні, в столиці радянської України. Мені вона сподобалася, я її вивчив. Я навіть працював редактором перекладів з іноземних мов на українську в видавництві «Дніпро». Що значить зібралися два білінгвісти? Ми переходимо з російської на українську, з української на російську. Для нас це не є проблемою, це нормально. Тому що ми міняємо язики, але ми не міняємо смисли, які ми маємо, підрозуміваємо. Тобто спосіб мислення, цінності у мене не міняється від того, що я перехожу з російського на український, з українського на російський, з українського на польський і так далі. В школу ви пішли в Україні вже? Да, мені було 2 роки, коли сім'я переїхала в Київ. Ви пам'ятаєте свою першу вчительницю? Я пам'ятаю, Белла Михайловна Войцеховська, преподаватель русского языка, русской литературы, потрясающая учительница, которая на самом деле, наверное, в чем-то и тоже сформировала мой интерес к литературе. Вообще, учитель – это важно. Конечно. Учитель важно, а особенно учитель, который довольный тем, что он учитель, это в 300 раз важнее. Учитель должен быть успешным или учитель должен просто любить свою работу? Учитель изначально он уже любит свою работу, но если ему платят мало, если у него куча проблем, которые нависают над его профессией, над его профессиональной деятельностью, то он становится несчастным
учителем, у которого появляются несчастные ученики. Вы закончили педагогический? Я закончил пединститут иностранных языков, курсы переводчиков японского языка и Московский заочный институт культуры. Педагогом вы не стали? Ну, я не стал, но я читаю лекции, веду мастер-классы по всему миру в разных университетах и выступаю и в школах в Киеве, в родном для меня городе. И как воспринимают дети? Ну, живого писателя. Мне просто интересно. Я вас воспринимаю совершенно нормально, нет, но я не ребенок. Сначала с удивлением, потом хорошо. Потому что как бы я им не читаю лекции, я им не жалуюсь на жизнь, я им не плачу. Я провоцирую их на свободное мышление, на пользование своей фантазией, своим воображением. И поэтому, скажем, у меня часть мастер-классов, которые я проводил уже и в Шри-Ланке, и в Объединенных Арабских Эмиратах, и в Турции, я учу маленьких детей фантазировать и придумывать сказки. И объясняю им систему придумывания сказок, как можно легко создать историю, которая станет, в общем-то, твоим устным творчеством. Детей нужно учить фантазировать? Им нужно показывать, что фантазию можно структуризировать, превращать в историю, превращать в что-то, что остается им на память о детстве. А потом зарабатывать деньги. Для кого-то... Вы понимаете, литература — это на самом деле лотерея. То есть писатели в Киеве сейчас или в Украине, может быть, 5 тысяч зарабатывают как писатели, может быть, 5 человек. Поэтому в каждой стране есть мизерное количество писателей, живущих как профессиональные писатели, и очень много писателей талантливых, которые где-то преподают, где-то работают журналистами, где-то ведут телепередачи, но при этом как бы их знают и так, в двух ипостасях. Вот Юрий Андрухович всегда подчеркивает, что переводами он зарабатывает больше, вернее, его переводы в других странах, издания в других странах дают ему, вы знаете, свободно жить. Я вас не удивлю, 99% своих гонораров я получаю из-за границы, от Японии до Австралии, Бразилии и Америки. Потому что там книжка стоит в среднем от 10 до 20 евро, поэтому за каждую книжку я получаю от 6 до 10% от продажной стоимости. А здесь у меня продаются иногда по 50 тысяч книжек в году, а денег я получаю столько, сколько может хватить, так сказать, в месяц на кофе. Книжка должна стоить дорого, по-вашему? Должен быть создан книжный рынок, у нас его нет. Когда книжный рынок создан, тиражи у книжки больше, ее стоимость меньше, и все, так сказать, могут себе позволить купить книжку хотя бы раз в неделю. У нас книжных магазинов мало, поэтому тиражи маленькие, себестоимость книжки большая. И в результате, так сказать, писатель получает с одной книжки одну гривню, а иногда не получает одной гривни. Поэтому, давайте экономику сегодня отбросим. Светлое, духовное как-то. Украинский писатель может ли творить вне украинского контекста, то есть живя в другой стране? Я вообще как бы против эмиграции писателей, и сам поэтому тоже всегда, хоть я езжу иногда по 6 месяцев в году за рубежом выступаю, я возвращаюсь домой в Киев. Потому что писатель, теряющий связь, физическую связь с землей, на которой он вырос, он теряет не только понимание людей, он, так сказать, потеряет читателя, потому что ему некому и не о чем становится рассказывать. На моих глазах, в общем-то, несколько трагедий произошло с писателями, которые уехали, кто в Германию, кто в Англию, кто в Америку. И они думали, что вот они переедут и будут там писателями в эмиграции. И мой знакомый, уже покойный американский писатель, начал писать рассказы про... То есть про американцев он ничего не знает. Он общался с эмигрантами, с бывшими советскими, он начал писать о них истории. Эти истории интересны эмигрантам, но они книжки не покупают. Американцам наплевать на эмигрантов, потому что там все эмигранты. То есть человек отрывается и от контекста, и от источника, в общем-то, своего творчества, и становится никому не нужным, и заканчивает жизнь журналистом, да, потому что я живу здесь, я знаю как бы пульс биения своей страны. Притом я езжу очень много по Украине. Я был в этом году 2 раза на Донбассе, был в Северодонецке и так далее. То есть я могу объективно представлять себе любого персонажа из любого региона Украины, знаю примерно, что он думает, что он чувствует, как он живет, какая предыстория этого региона и все остальное. Человек это теряет, если он эмигрирует. И поэтому, если ты любишь свою родину и ты о ней пишешь, то ты можешь уезжать только если тебе физически угрожают, то есть есть угроза твоей жизни. То есть вы не эмигрируете, потому что мешает профессия, или потому что вы патриот?
Ну, в принципе, это одно и то же, по сути. Потому что, на самом деле, у меня жена англичанка, я венчался в советское время в Лондоне. Я отказался жить там, потому что я украинский, но тогда я был советский, писатель непризнанный. На самом деле, я не был писателем. Все было гораздо хуже. Да, но в конце концов, я стал писателем здесь. И если бы я стал писателем в Англии, я, наверное, стал бы писателем в Англии, потому что я на английском тоже писал. Но я стал бы писателем-эмигрантом, который мало бы кому был интересен, или бы мне пришлось погрузиться в какие-то особые слои населения английского, там, на дно, как там Горький и... я уже только что... Джек Лондон. Да, или Джеймс Келман в Шотландии. То есть, чтобы... Ну, человек, писатель настоящий, он черпает информацию и тексты из своего жизненного опыта, плюс фантазия. Когда нет опыта или опыт разбит на несколько стран, на переезды, на что-то еще, он исчезает, он становится почти неощутимым для того, чтобы его описать, чтобы передать это как бы читателю. У вас идеальная жена, судя по всему. У меня жена, если бы вы знали. Я просто уверен, что ни русская, ни украинская жена бы меня не вытерпели. Почему? Потому что сама такая? Во-первых, потому что меня нет почти никогда, а трое детей. А украинской жене нужно, чтобы муж был дома? Ну, я думаю, нормальной жене вообще нужно, чтобы муж был дома, или она бы хотела ездить с ним. Но я пообещал своей дорогой жене, что вот у нас дети подрастают, уже дочка, так сказать, живет отдельно и учится в другом городе. Так что, в конце концов, дети из гнезда выпадут, и я буду брать ее с собой, и мы будем вместе, так сказать, путешествовать, потому что я вот в августе открывал для себя впервые Японию, выступал впервые в Японии, хотя книжки мои там издаются на японском языке с 2001 года. После этого в сентябре я выступал в Южной Африке, а жена живет в Киеве, ходит в супермаркет, так сказать, покупает на рынке. Она не просится с вами ездить? Не просится с вами ездить? Я ее приглашаю на короткие поездки, но она не может, потому что у нее работа, у нее чувство ответственности за детей, которая вроде бы у меня тоже есть, я стараюсь, когда приезжаю, так сказать, проводить максимум времени с детьми, но книги зовут, кроме того, в общем-то, я кормилец. Потому что у вас еще ответственность за книги тоже есть, да, потому за что книги, мало да. написать, знаете, как мало вот, родить ребенка, надо буду, вырастить, мало буду, написать, надо еще и сопроводить в жизни. Долг жене я буду отдавать, но во всяком случае мы с женой вместе были гостями исландского президента Олафура, несколько лет назад были в гостях по приглашению шейха Объединенных Эмиратов Аль-Мактума. Я был членом жюри Берлинале, фестиваля 2006 года, она поехала со мной. Ну, нормально, ее тяга к путешествиям удовлетворяется. То есть ну, вы стараетесь. Я стараюсь, как могу. Ну, она не стала украинкой, живя в Украине, да? А что вы подразумеваете она под украинкой? Ну, знаете, она вот британка, да. Многие говорят так, она... что есть гражданство, а есть вот этническое происхождение. Нет. А есть очень... такая вещь, что когда ты приезжаешь и становишься жителем этой страны, то ты становишься уже украинцем. Нет, нет, она не стала украинкой. Мало того, у нее, в общем-то, очень серьезное и строгое протестантское воспитание. Она из семьи с протестантской историей, так сказать, многоколенной, многовековой. Поэтому она приехала еще в Советском Союзе и сказала, что мне Украина страшно нравится, люди нравятся, а как они живут, мне не нравится, их принципы мне не нравятся. Их, так сказать, вот согласие платить взятки там или брать взятки мне не нравится. То есть то, что ей не нравится, она не принимает, но при этом она любит Украину. Она Украину знает, мы с ней объездили все, включая Донбасс. Раньше у нас была традиция каждую зиму 1 января выезжать на поезде Киев-Севастополь и селиться в Гурзуфе, в Ялте или Фаросе на неделю всей семьей и бродить по Крымским горам, по маленьким улочкам татарских поселений, бывших татарских поселений и так далее. Теперь у нас это обрезано, теперь мы стали ехать больше, ездить в Карпаты. Но, в принципе, она Украину знает не хуже меня и не хуже любого украинца. Когда началась война, не испугалась, не запросилась? Вы знаете, когда она же началась очень неожиданно для всех. Она началась ночью, когда все спали. Потому что еще до того, как начался военный конфликт, уже передавали, так сказать, везде на Западе, что Киев разрушен, мы живем в центре. И сестра у моей жены, 4 родных сестры, 2 родных брата, 7 детей в семье. Семья и одна из сестер написала, что давай быстро забирай детей и прилетай к нам. А Лиза написала, что все нормально, так сказать, идет мирная революция, здесь намного интереснее, и, так сказать, мы остаемся. Это уже потом, когда начали стрелять, когда у нас под домом стреляли и так далее. Я подготовил к возможной эвакуации наш дом в Житомирской области, вот она даже не знала. Ну, в принципе, мы все время были в Киеве.
То есть не испугалась и не боится сейчас? Она, в принципе, вообще смелый человек. Может быть, излишне смелый, потому что были моменты, когда она просто не осознавала опасность. Был случай, который описан у меня в дневнике Майдана. Это книжка, которая вышла, наконец, на русском. Я ее сначала издал на немецком, итальянском, японском, эстонском, французском и так далее. Сейчас она вышла на русском, а выйдет скоро на украинском. Там описан момент, когда моя дочка, когда ей было 16 лет, была одна дома. Я был в украинском доме. Вот, ну, все разошлись, и наша квартира была заблокирована людьми в штатском. И среди них потом выяснилось, был один милиционер, кто остальные люди, я до сих пор не знаю. И они требовали у нее, чтобы она открыла дверь. То есть она перепугалась на всю жизнь. Вот. Сколько ей сейчас лет? А? Сейчас ей 18 лет. 18. Да. И вот этот момент, скажем, он меня напугал, а мою жену не очень напугал, потому что она подумала, я думал, что потом, когда все-таки прижали к этих людей к стенке, они сказали, что нет, они перепутали квартиры, их интересовала квартира там номер 8, в которой никто не живет уже несколько лет. Вот. И у нее отлегло. Да, и у нее отлегло, что это было по ошибке. Ну, в принципе, как бы со мной историй много было за мою жизнь, как бы, хотя я приключений не ищу. Они вас находят. Они меня находят. Они же знают, что вы писатель. Поэтому я намного более чувствительный к чувству опасности и привык оценивать более-менее реально уровень опасности. Ну, раз она вышла замуж за украинского писателя, она уже смелый человек. Это уже и так понятно. Вы же не хотели в детстве быть писателем, правда? Вы знаете, в детстве я сначала хотел быть ботаником, археологом, потом дипломатом. А потом, когда мне было лет 13, кто-то мне сказал, что советские писатели на работу не ходят. И мне так понравилась эта мысль. Я решил стать советским писателем, но, слава богу, не смог. Потому что то, что я писал, никак не попадало, в общем-то, в сторию советской литературы. Да. И я, начиная с 17-летнего возраста, когда написал первую повесть, я ходил по нашим редакторам, по издательствам, и мне говорили, ой, так интересно, так смешно, так классно, но это же не советская литература, ее нельзя издать. Нет положительных героев. Не формат, то, что сейчас вы издеваетесь над реальностью. Я говорю, разве? Я же говорю, просто подсмеиваюсь, я же не издеваюсь. Так что в каком-то смысле можно сказать, что с 13-летнего возраста я хотел стать писателем. По крайней мере, я не хотел ходить на работу. О, это главный принцип. Но потом оказалось, что писатель работает больше, потому что нормальный человек работает 8 часов в день. А когда я увлекался работой над каким-то романом, я писал 15 часов в день, 13. И в конце концов мне жена сказала, что если она меня хоть раз в воскресенье застанет за компьютером, штраф 1500 евро. Ну, я ни разу не заплатил штраф. Ну, правильно, ходить-то не обязательно на работу, можно сидеть дома и работать дистанционно. То есть тут вы были правы в 13 лет. А какой был любимый автор в 13 лет? Помните, что читали? В 13 лет... Вообще, что читать в 13 лет? В 13 лет я прочитал 14 томов, по-моему, Джека Лондона «Запоем». Это был как раз многотомник темно-синего цвета, такое советское издание массивное. Я начал с первого и закончил последним томом. Потом, у меня брат был диссидентом, и его друзья приходили с портвейном и запрещенными книжками, они закрывались на кухне в маленькой хрущевской квартире, в которой мы жили на окраине Киева, на улице Туполева, и они обменивались книжками, а я сидел, слушал, и иногда эти книжки читал. И так я для себя открыл не издававшихся тогда поэтов Серебряного века, и Николая Гумилева, Бальмонта, в 13... Кузьмина, да, в 13 лет. Потом мне попала в руки книга, тоже принесенная, «Пол и характер» Отто Венингера, потом «Закат Европы» Шпенглера. То есть как бы я читал книги, которые не полностью понимал или вообще не понимал, но однажды мне попался Даниил Хармс, его, так сказать, «Случай». Это рассказики, как литературные анекдоты, наполненные черным юмором. Я влюбился, и вот они со мной до сих пор. Я даже не помню их дословно, но я начинал писать прозу, в общем-то, пародируя Хармса, а потом повторяя язык и стиль Андрея Платонова, который тоже мне страшно понравился, класс. И он со мной всю я жизнь. Я по Платонову написала диплом, помнится, про антиутопию, так что Платонова, Замятина тоже очень люблю. Вот тележурналистам часто говорят, что журналисту вот, телевизионному нужно меньше смотреть на самом деле, но больше читать. Как с писателями? Писателю нужно меньше читать, но больше наблюдать? Или читать нужно? Читать можно. Ну, чтобы стать нужно. Писателем хорошим. Я думаю, все-таки взгляд, наблюдение, восприятие жизни, прислушивание к жизни является основным для писателя, потому что все идет нормальное, через жизненный опыт. Жизненный опыт набирается не только действиями рук и ног и путешествиями, а и ушами, глазами, губами. То есть писателю не обязательно быть начитанным самому, в общем-то. Вы знаете, я думаю, что большая тайна заключается в том, что большинство писателей очень мало читают.
И многие писатели стали писателями, потому что, когда они начинали читать, они думали, ну что за чепуха, даже я могу написать лучше. И начинали пробовать писать. То есть все-таки верно вот эта вот закономерность, да? Я думаю, да, потому что я читаю, я не скажу, что я не прячусь, я слежу за украинской литературой, за иностранной литературой. Для меня было величайшим открытием прочитать 2 недели назад, за 3 дня, потрясающую книжку австрийского писателя и историка Мартина Поллока «Цесарь Америки». Интереснейшая история, неизвестная нам, история Галичины 19 века, середины. История эмиграции первой из Галичины. И там, вот ты читаешь, у тебя переворачивается все, что ты знал раньше об эмиграции, об Украине, о Галичине, с ног на голову. Потому что он пользуется архивами, которые мы не любим. Потому что мы оберегаем свой миф. Австриец оберегает свой австро-венгерский, может быть, миф. Но есть люди честные, которые находят, в общем-то, довольно шокирующие факты, не совпадающие с официальной версией истории. И вот в этой книжке «Цесарь Америки» я всем рекомендую, так, не буду называть издательство, чтобы не было рекламы, но просто я прочитал запоем, и там ты понимаешь, в общем-то, что такое была жизнь Западной Украины, и ты немножко понимать начинаешь, почему история сегодняшней Галичины, ментальность именно такая, какая она есть, и почему она так отличается от центральной Украины, от восточной, от слобожанщины, так сказать, от Бессарабии, от всего остального. Вас в принципе, часто... литература должна приносить открытие, или открытие человеческих новых отношений, или новых чувств, или парадоксального мышления, или историческое открытие, как в этом случае. Вас часто приглашают вести встречи с другими авторами, презентовать их книги. Вы их читаете? Конечно. То есть тех, кого я не читаю, я не презентую. Потому что если я модератор, я должен быть на самом деле лучше подготовлен, чем сам автор. Сам автор, когда он пишет роман, он вставляет в роман подсознательно столько всего интересного, не задумываясь, что он потом будет озадачен, если его спросить, почему, так сказать, в этом романе у вас указано, так сказать, вот это событие упомянуто на втором плане там или что-то еще. Есть автор сейчас в Украине, который вот вызывает у вас, ну, чувство большого уважения, пиетета, может быть, даже вот зависти, что вот, ну, вот классно, да? Ну, бывает же так вот. Тот автор, которого смысле. Я представляю сегодня в Днепропетровске, вчера представлял Запорожье, Юрко Винничук. То есть после того, как я прочитал «Танк о смерти», вот у меня действительно было, в общем-то, ощущение «Айда Винничук, айда сукин сын». Потому что после всех его удивительно развлекательных и интересных эротических романов и историй, после рассказов «Иги» там, и все прочее, после его провокационных колонок, подписанных «Юзио обсерватор», вдруг написать практически историко-романтическо-философский роман о межвоенном Львове, о дружбе. То есть, как бы там есть, конечно, есть какие-то отсылы и к Ремарку, так сказать, и ко многим другим мировым величинам. То есть он начитанный писатель. Он все-таки. Очень начитанный, да. Но вот как бы он для меня открыл, я любил Львов, я сам про Львов написал роман, я его исходил все улицы пешком. Но я, конечно, не ходил вглубь истории Львова недавней. И то, что он сделал, он как бы меня погрузил в тот Львов, который я никогда не знал. Но не только во Львов, но и в историю Украины, потому что речь идет сначала о польском периоде Львова и потом о времени советской оккупации после пакта Молотова-Риббентропа или освобождения, скажем, Львова от поляков. Потому что, на самом деле, как бы это тоже была депортация поляков из Львова, о чем мало у нас говорят. И после немецкий период, в принципе, борьбы Львова или Западной Украины против советской власти. И это написано не так, как написал бы какой-нибудь националист там, из Унаунсо там, или из УПА. Это не написано, как написал бы какой-нибудь историк. Это написано, как создал настоящий автор больших романов с подробным, как бы сказать, созданием, воссозданием того времени. Mm-hmm. Он сидел месяцами в архивах. То есть у него все детали, все люди, так сказать, на втором плане, там разные салоны, разные жители, это реальные люди, которые упоминаются в польских газетах того времени, изданных во Львове. И вот ты читаешь, ты чувствуешь, что это правда, это реконструкция того времени, той жизни. Ну и мало того, на самом деле фамилии и имена главных героев тоже
настоящее. Ну, пусть он сам об этом рассказывает. Я уже не Иногда буду. Я думаю, что у писателей есть секретная машина времени. Все-таки. Ну, да. Я понимаю, где они ее берут. Сколько вы знаете языков, вы говорите? Ну, я общаюсь и выступаю на 6 языках. Раньше знал 11. То есть, как бы, у меня рабочие языки — это русский, украинский, польский, французский, немецкий, английский. Все полурабочие — японский, итальянский. И забытые — румынский, грузинский и датский. Есть желание выучить еще 2. Да, и хочу выучить литовский и турецкий, чтобы умиротворить Украину, которую раздирают на восток и запад, и никто не раздирает на юг и север, потому что у нас есть тоже юг и север. Вы бываете на Донбассе, бываете не только как писатель, я уверена. Да. Ну, потому что, наверное, нельзя сейчас разделить писателя и гражданина, мы об этом уже сказали. Что вы думаете об этом? Вот какая квинтэссенция на сегодня ваша, того, что происходит и... Ну, вы знаете, есть... Футурология какая-то ваша есть. Футурология — это очень сложный вопрос, но я попробую его затронуть. Но сначала моя собственная теория, в общем-то. Вина прежде всего здесь не жителей Донбасса, а политиков Киева и тех, кто приезжал в Киев руководить страной, начиная с 91-2 годов. На самом деле, как бы любая страна, это набор национальных пространств. Первое пространство – это геополитическое, то есть это границы страны, которые определяют наше государство. Вторая – это легальная система, которая действует внутри этих границ. Финансовое пространство, финансовое – это все платят на территории Украины гривнями, хотя, конечно, платят долларами, чем угодно. И потом есть два пространства, на которые было всем украинским политикам наплевать. Это культурное пространство и информационное пространство. И вот Крым и Донбасс, а в том числе и Бессарабия, кстати, никогда не входили ни в культурное, ни в информационное пространство Украины. Возникла вот эта шизофрения своеобразная, когда люди смотрели российское телевидение, жили больше внутри своих мыслей и внутри российских реалий, платили гривнами, ходили, так сказать, там, к юристам украинским, с украинским паспортом куда-то ездили, но при этом им было все равно, где они живут, потому что у них был свой такой микроклимат своеобразный, который не принадлежал, в общем-то, Украине. Ну, это еще с советских времен идет, когда мы не очень понимали вообще, что такое Украина, Белоруссия. Нет, в советском времени советское информационное и культурное поле накрывало всех. Так накрывало, что оно было едино. Да, что было трудно и как-то из-под него вылезти. Шизофрении не было. Нет, ну, была другая шизофрения, но это другая тема. А здесь, посмотрите, в общем-то, здесь, как вам сказать, даже когда, грубо говоря, в Алуште, 2 года назад мы с Юрием Венчуком выступали, и я спрашиваю у тех, кто читает и интересуется литературой: а кто из вас читал Андруховича? А у меня спрашивают: а кто это? То есть, на самом деле, Андрухович обиделся на Донбасс, потому что его там не знают. Потому что, на самом деле, страна не старалась стать государством. У нас никто не пытался сделать так, чтобы украинское культурное пространство накрывало все регионы. А украинское пространство же — это не только балет, так сказать, там, или хор веревки, или что-нибудь еще. Это литература, это эссеистика, публицистика, это художественное творчество. И это художественное творчество, и все, что я назвал, тоже в исполнении представителей национальных меньшинств. Мы до сих пор не знаем крымско-татарской литературы, написанной на татарском языке. 80 писателей и поэтов писали 25 лет литературу на татарском языке в Крыму. Всем было наплевать на нее, потому что она не на украинском, потому что они далеко. России было и до сегодняшнего дня тоже наплевать. И вот как бы вот эта борьба постоянная, какая должна быть нация, этнической или политической, она до сих пор не закончилась. Она сейчас просто подавлена новостями с фронта, грубо говоря. А какая она должна быть? Конечно, политической. Нельзя ассимилировать. То есть вот эта идея, что всех заставить говорить на одном языке, это идея на самом деле, в общем-то, родом из 30-х годов, из стран, которые пережили трагедию фашизма. Потому что мы не живем, даже вот, скажем, Франция расплачивается сейчас за ту же политику. То есть они запретили бретонский язык, провансальский язык, оксидан и другие, так сказать, языки. А теперь они отдают деньги на открытие новых школ в Британии, в Провансе и где-то еще. Но люди не хотят уже учить свой родной язык, потому что их насильно ассимилировали. И чем это закончится, я не знаю. Но у нас как бы до насильной ассимиляции, слава богу, не дошло. Но есть примеры рядом. Потому что украинцев во время 30-х годов поляки ассимилировали. И когда я выступал в Польше, ко мне подходили дедушки
древние украинцы, которые остались после 39 года в Польше. И они мне говорили, что вы знаете, а мій онук не знає, що він українець. Я від нього це приховав, щоб йому не було погано серед поляків, тому що поляки не люблять українців. Якщо ми будемо продовжувати в такому духі, ви опоздаєте на поїзд. Є оптимізм, скажіть мені коротко, у вас по відношенню до України? Оптимізм є, тому що, во-первых, я був в Южній Африці недавно, где ситуация в 100 раз хуже и где будущего нету. Но у меня нет времени вам рассказать подробно, но каждый, кто интересуется, может зайти, найти какие-нибудь статьи в интернете. Сейчас, секунду. Не, нормально, нормально. Сейчас мы. Что там? Ничего. Ну, то есть, да. Где-то еще хуже. Да. Ну, но так... это раз. Сейчас, секундочку. Включился? Итак, где вы были, вы говорите? Я был в Южной Африке, где ситуация намного хуже, и где будущего гармоничного видно, что не будет. То есть там три части населения разделена, добровольно разделены между собой колючей проволокой. У нас этого не будет, у нас, наоборот, есть консолидация общества. У нас есть огромнейшая активность среднего класса, которая одновременно, в общем-то, является примером давления улицы на власть. И у нас есть власть, которая до сих пор еще работает в старой системе, и которая, ну, не хочет, честно говоря, менять старую систему на новую, но будет вынуждена или это сделать, или провалиться, как предыдущая власть. И одновременно, как бы, вот требования у народа, я не говорю о пассивном большинстве, я говорю об активном меньшинстве, требования одинаковые к власти, что на Востоке, что на Западе. И эти требования не касаются языка, отношения к истории, эти требования касаются коррупции, касаются, в общем-то, общего зла для всех. И поэтому, скажем, война продолжается, даже когда никто не стреляет на фронте, потому что да. У нас есть внутренний политический конфликт, у нас есть конфликт общества с властью. И новая власть еще не доказала обществу, что она на стороне общества. Она хочет доказать, она пытается, но пока что примеров успешных реформ, кроме появления полиции, нету. И сейчас мы живем в драматическое время, когда она должна будет продуцировать доказательства своей приверженности реформам. Если не будет реформ, не будет денег Запада, не будет денег вообще, мы же живем в долг традиционно. Ну, драма — это все-таки конфликт, который может разрешиться. Конечно. Это еще не трагедия. Нет, на самом деле, как бы у нас драма, положительный момент этой драмы заключается в том, что политическая элита осознает, что если она не найдет консенсуса с обществом и удовлетворения ожиданий и общества, и тех, кто нас сейчас финансирует в Европе и в Америке, она должна будет уйти навсегда. Но она может уйти, как бы, и уступить место кому-то, а может уйти и оставить, говорят, сгарище. И тогда это будет настоящая проблема. Не треба зарыч, треба сады. Давайте на цьому поставим крапку и думаємо, що коли ви будете наступним разом в Дніпропетровську, ви до нас прийдете і будемо розмовляти далі. Тому що співбесідник ви не перевершений. Я дякую всім за увагу і нагадаю, що наш гість – це не перевершений співбесідник, як я вже сказала. Український російськомовний письменник Андрій Курков. Полібок і патріот. Дякую за увагу. До побачення.